1 января будущего года в Чувашии начнутся прямые выплаты пособий. Что изменится для работников и работодателей в нашем следующем материале? Фонд социального страхования будет напрямую выплачивать 6 видов пособий. По временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком. Алгоритм действия таков. Работник предоставляет необходимые документы и заявления на выплату пособий. Работодатель отправляет бумаги в региональное отделение фонда соцстрахования. В течение 10 дней работник получает денежные выплаты банковским или почтовым переводом. Способ он выбирает сам. Новая схема, в отличие от нынешней, гарантирует выплату пособий. Если средств нет, а если есть какие-то долговые, например, скажем, обязательства, то деньги, даже перечисленные в связи с недостаточным средством работодателя, они уходили по, скажем, например, разным исполнительным листам и опять до работника не доходили. Поэтому работник будет получать их сразу в руки, независимо от финансового состояния работодателя. По такой схеме некоторые регионы страны начали работать с 2011 года. Теперь прямые выплаты будут действовать в 50 субъектах федерации. Отметим, выплаты пособий на погребение и 4 дополнительных выходных в месяц по уходу за детьми-инвалидами останутся за работодателем. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Бахтияр Велиев, Республика.